Добро пожаловать в регион Ювяскуле, один из наиболее развитых промышленных районов Финляндии. Здесь расположены крупные предприятия различных отраслей промышленности. Их взаимодействие с сетью компаний малого бизнеса определяет экономическое развитие региона и укрепляет международные бизнес-контакты. Многие фирмы в регионе имеют деловые связи с Россией. Важную координирующую роль в этом процессе играет корпорация по экономическому развитию региона Ювяскуля «ЮКИС». Добро пожаловать в регион Ювяскуля. Регион с многосторонней экономической структурой. Здесь у нас расположены предприятия технологической, деревообрабатывающей промышленности, строительной индустрии. Широко представлены в экономике Ювяскуля энергетика, биоэнергетика, нанотехнологии, информационно-компьютерные технологии. Активно развиваются услуги, связанные с укреплением здорового образа жизни. В нашем городе находится один из самых престижных университетов Финляндии, а также популярный у нас университет прикладных наук и профессиональные учебные заведения. Современные парки предпринимателей предоставляют услуги по развитию и поддержке предприятий, а это значит, что фирмы могут сразу начать работу в партнерской сети. Город Ювяскуля имеет очень хорошие связи с Россией. В Петербурге работает свой собственный офис корпорации по экономическому развитию региона Ювяскуля. Мы ищем контакты для предприятий нашего региона на российском рынке для осуществления экспортных и импортных операций. Мы также предоставляем услуги по сотрудничеству компаний и помогаем им начать работу в нашем регионе. И наш фильм знакомит вас с ключевыми предприятиями нашего региона. Широкое признание во всем мире получила семейная компания «Harvia» как создатель современной финской сауны. «Harvia» – предприятие, которое почти 60 лет создает, не нарушая вековых финских традиций, качественные и комфортные сауны. Это самый крупный производитель саун в мире. Список продукции впечатляет: электрические и деревянные печи, сауны, инфракрасные кабины, оборудование для паровых кабин и обогрева дома, стеклянные двери и предметы интерьера для саун. Успех компании не случайен, ведь значительную часть своего оборота компания вкладывает в научные разработки и проектирование, а инновационная группа блестяще воплощает эти концепции в жизнь. Процесс производства умело сочетается здесь с традиционным ремеслом и новейшими технологиями. А квалифицированные рабочие гарантируют соответствие продукции высочайшим мировым стандартам. Кроме того, большинство оборудования, на котором работают в «Harvia», разработаны здесь, в компании для собственного производства. Ежедневно компания выпускает около 600 печей каменок, несколько готовых саун и комплектов интерьера. И, конечно, самым значительным покупателем и компаньоном для «Harvia» является Россия. Ведь здесь, как и в Финляндии, существует многовековая традиция и культура бани. В компании уверены, что корпоративные ценности «Harvia», такие как уважение к людям, забота об окружающей среде, стремление к инновациям, найдут отклик у российских бизнесменов. И главный девиз компании «Harvia» – «Довольный покупатель» станет основой их будущих деловых контактов. Одна из основных отраслей промышленности Ювяскуля – производство оборудования для изготовления высококачественной бумаги – корпорация Metso. Компания Metso известна во всем мире. Она предлагает новые технологии и услуги для горнодобывающей, строительной, энергетической отрасли, автоматизации, переработки мусора и, конечно, для целлюлозно-бумажного производства. 28 тысяч квалифицированных сотрудников занимаются проектированием и производством оборудования, закупками, продажами. Мы предоставляем клиентам полный цикл производственного процесса, разработку технологических решений новых линий, их поставку и монтаж, реконструкцию уже действующего оборудования, сервисные услуги специалистов. Здесь, на заводе в городе Ювяскуля, мы изготавливаем бумага и картоноделательные машины, а также относящиеся к ним специальные валы и компоненты. Наша фирма является ведущим промышленным предприятием технологической отрасли в Центральной Финляндии и при этом самым крупным предприятием-работодателем в Ювяскуле.
Мы поставляем нашу продукцию в 50 стран мира, а клиенты, пользующиеся нашими сервисными услугами, располагаются в более чем 100 странах. Уже несколько десятков лет мы работаем на российском рынке. Здесь мы создали большую сеть сбыта и обслуживания. Мы поставляем для целлюлозно-бумажной и картонной промышленности России как новые линии производства, так и услуги по реконструкции машин. Россия сейчас представляет собой динамично растущий рыночный регион. Мы хотим участвовать в его развитии совместно с российскими производителями целлюлозы, бумаги и картона. Мы хотим занимать видное место на российском рынке, предлагая нашим русским клиентам технологию и энергетически эффективные решения, позволяющие им далее совершенствовать свою деятельность и повышать конкурентоспособность. В прекрасно оснащенном конгресс-центре «Павильонки» круглый год устраиваются многочисленные международные конгрессы и выставки. «Кони-агрия» – крупнейшая и наиболее важная профессиональная сельскохозяйственная выставка Финляндии. Проводится она ежегодно с 1990 года. Здесь посетители могут ознакомиться с постоянными тематическими разделами. Сельскохозяйственные машины, то есть тракторы, комбайны, посевная и уборочная техника, инструмент, энергетика, содержание домашнего скота. В этом году более 400 фирм представляют сельскохозяйственное оборудование и новинки из области технологий аграрной промышленности. В первый день работы выставки были зарегистрированы гости из 21 страны, причем самая далекая – Гондурас. А вообще мы ожидаем не менее 38 тысяч посетителей. Новые идеи и грамотный маркетинг увеличили число посетителей из России. Мы надеемся, что на следующий год к нам приедет гораздо больше участников и посетителей из вашей страны. Ведь участие в нашей выставке дает возможность компаниям расширить свою деятельность во всем мире, укрепить существующие и установить новые деловые контакты. Для компании «Вальтра», крупнейшего в Скандинавии производителя тракторов, очень важно, чтобы клиент получал именно тот трактор, который ему нужен. Такой трактор, который можно будет модернизировать и дополнительно оснащать по мере роста потребностей заказчика. «Вальтра» является крупнейшим производителем тракторов в скандинавских странах. Наше предприятие производит 10 тысяч тракторов в год. Из них 80% идет на экспорт в 90 стран мира. Самые крупные импортеры – Франция, Швеция, страны Прибалтики, Россия. Для компании «Вальтра» очень важно, чтобы клиент получал такой трактор, который можно будет модернизировать и дополнительно оснащать по мере роста потребностей заказчика. Не менее важно, чтобы трактор надежно и безотказно работал на протяжении всего срока службы. «Вальтра» имеет собственный склад запчастей на заводе-изготовителе, благодаря которому обеспечивается быстрая и бесперебойная поставка запчастей и предоставление технической помощи по всему миру, даже для моделей машин, выпущенных 30 лет назад. Во многих странах наша служба поставки запасных частей работает 24 часа в сутки, а в пределах Европы срок поставки запасных частей не превышает суток. Тракторы «Вальтра» производятся по индивидуальному заказу покупателя и адаптированы к работе в суровых климатических условиях, демонстрируя высокую производительность. Мы можем заверить российских заказчиков и покупателей, что «Вальтра» является надежным партнером, предоставляя продукт высокого качества и обеспечивая достойную сервисную и техническую поддержку. Регион Ювяскуле известен своими достижениями в информационных, энергетических и нанотехнологиях, а также технологиях здорового образа жизни. Оздоровительный комплекс «Пиурунка» создает идеальные условия для отдыха и профессиональным спортсменам, и людям, нуждающимся в реабилитации, и участникам конференции, а также туристам. Hey. Добро пожаловать в отель «Пиурунка» – популярный центр туризма. Он включает в себя гостиницу 4 звезды, коттеджный комплекс, аквапарк, спортивные залы, крытый каток. Вот здесь, под куполом высотой почти 30 метров, находится курортное отделение с бассейном, гидромассажем, водопадом, финскими саунами и паровой баней. К тому же вам предложат косметические услуги и оздоровительные процедуры. Для любителей активного отдыха есть тренажеры и большой спортивный зал. Зимой прямо от дверей отеля начинаются лыжные трассы, а летом мы приглашаем всех на рыбалку.
У нас созданы все условия для отличного отдыха. И для работы, кстати, тоже. У нас есть конференц-зал, удобный для проведения всевозможных мероприятий, что, кстати, позволит вашей компании не только провести важную встречу или семинар, но и отдохнуть с коллегами в прекрасном ресторане с танцевальным полом и живой музыкой. Ежегодно у нас размещаются до 100 тысяч отдыхающих. Примерно 5 тысяч составляют туристы из России. Мы будем рады принять вас в отеле «Пиурунка». Я представляю продукт, с помощью которого измеряют сердечную деятельность. В наше непростое, стремительное время, время активной нагрузки на организм, мы постоянно испытываем всевозможные стрессы. Как быть, как определить состояние своего здоровья? Можно воспользоваться нашей аппаратурой и на основании полученных от измерения данных понять, насколько хорошо ваше самочувствие и есть ли у вас проблемы со здоровьем. Опираясь на данные измерений, мы дадим вам квалифицированные рекомендации по улучшению самочувствия. Нашими услугами пользуются при проведении многих спортивных мероприятий. Например, ралли «Формула-1», соревнования премьер-лиги, НХЛ, НБА, а также основные европейские центры олимпийской подготовки. Нас приглашают для профилактических обследований финские силы обороны, Финский институт гигиены труда, ведущие фирмы коммерческих медицинских услуг Финляндии. Но самое главное, что мы оказываем помощь не только профессиональным спортсменам, но и помогаем отдыхающим в таких местах, как Пиурунка. Фигурное катание, хоккей на льду всегда привлекают большое количество зрителей, спортсменов и просто любителей этих зимних видов спорта. А если есть вот такие спортивные комплексы, значит, нужны и машины для содержания катка. Льдоуборочные комбайны финской компании IceCat самые популярные в мире. Их главное преимущество в том, что они работают на герметичных гелевых аккумуляторах. Такие аккумуляторы не выделяют вредный для посетителей катка водород. Машины удобны в обслуживании и эксплуатации. Многие сомневаются, но весь комбайн работает от одного электродвигателя мощностью 24 лошадиные силы. Таким образом, льдоуборочный комбайн IceCat является, по нашему мнению, наиболее прогрессивным из представленных на рынке. IceCat успешно работает на американском и канадском рынке и, конечно, в России. Наша компания будет рада предложить вам технику для обслуживания льда. Мы приглашаем вас в Ювяскуле, центр технологических, экономических и социальных инноваций, где созданы максимально благоприятные условия для организации и ведения собственного дела. Добро пожаловать!